Всем привет, друзья! Сегодня у нас рассказ на тему, как я провел свое лето. А проводим мы его вот так вот. Вот это вот впереди пни. Эти пни не смогли с Андрюхой потянуть нифига. Придется трактором оттягивать. А вот там вот участок уже все поперетягивали. Вот осталось нам до конца, ну, на полдня работы дорасчищать. Потом надо еще раз будет нанять трактор, чтобы он все разровнял, потому что там, где были большие пни, в том числе вот эти, которые мы не убрали, сейчас вам покажу, большие ямки, и перед тем, как дисковать этот участок, надо их разровнять, потому что тут и трактор перевернется в этих катакомбах. Видите, вот такие вот бугры, ямы, вот эти пни, те, которым руками не можем оттянуть, оставили. И, ну, их тут немного, наверное, с десяток таких огромных. Приедет трактор, потянет. А все остальное стягиваем в сторону, чтобы не мешало. И пни все вытягиваем, палочки, все собираем. Сегодня вам покажу нашу фрезу. Купили себе фрезу украинского производства. Захват у нее 1,30 м. Покажу ее. И сегодня, пока мы на участке работаем, Ирина собирает урожай мурана и кабрила. Покажу, какая красивая вкусная ягода у нас наспела. Ну, вкратце покажу еще, как обстоят дела у нас, что было сделано. В общем, поработали на участке, пришли назад с Андреем на грядки, набрали опрыскиватель, хотим проверить, как работает, ну, чтобы понимать, допустим, насколько соток, допустим, достаточно 120-литрового бака. Насос после зимы немножко был там забит, почистили, работает. Да, сейчас хочу вам фрезу показать. Может, темновато тут в гараже. Вот такая вот фреза. В Новоград-Волынске производят ребята. Захват ее 1,30 м. Продавалась она без кардана. Кардан отдельно вот покупали у нас в Чернигове. Фреза стоит, кому интересно, 12 тысяч. 2500 стоит кардан. Это то, что касается фрезы. Сделаю вставочку, как она крутит. Ну, а сейчас... А ну, Андрюха, включи, работает, я хочу. О, пока не работает. Работало, что-то не работает. Сейчас, пока Андрюха там что-то подремонтирует, хочу вам показать место, в которое в последнее время я не особо хочу заходить, потому что меня гнили эти, задолбали. Рассада пропадает. Некоторым людям уже позвонил, пришлось отказать, которые заказывали, потому что, не знаю, наверное, буду... Короче, печалька. Короче, нечего даже показывать, потому что эти гнили меня просто задолбали, я уже не знаю, что с ними делать. Хочу вам сейчас показать еще, как выглядит фрига, которую я посадил 16 июля. И хочу показать, как спеют ягодки кабрилы. Там он, Ирина, вдалеке помидоры подвязывает в наших грядках. Сейчас, одну секунду, ребята, уже потерпите, покажу вам. Ягода, конечно, бомба, скажу вам честно. Я кардинально свое мнение поменял по поводу кабрилы, которая весной мне вообще не понравилась, и я считал ее какой-то травой непонятной, то сейчас вкус просто бомба. Урожайность шикарная, ягода вообще крупная, красивая, вообще сладкая. Ну, не знаю, ребята, я просто кайфую сейчас от кабрилы. Вот такой вот размер у нее.
Ягоды дают много. Это уже я собирал, наверное, раза два. И все равно ее, видите, сколько много. Вот такая вот кабрила. Спеет. Видите, какая ягодка вообще. Просто. Ну, вообще, я получаю от нее восторг. От кабрилы. Ящерки бегают. Вот такая вот ягодка. Очень жалко, что у нас ее всего лишь 100 кустиков. А так просто супер. Это то, что касается ягоды. Сейчас ее Ирина соберет. Кому-то сегодня вечером посчастливится ее покушать. Ну и напоследок покажу вам, ребята, фриго. Я же говорю, напишите свое мнение по поводу этого. Стоило, не стоило, что вы думаете. Вот такая вот альба. Ей 6 дней. Вся стартанула. Была посажена А-. Наше местного производства. Взял, потому что цена хорошая. Ну и в первую очередь, конечно, я хочу для себя. Потому что вот в группе Facebook очень много было дискуссий по этому поводу. И все писали, что это авантюра. Ничего с этого не получится. Ну и так далее. Вот хочу просто понять, да, это было зря или все будет нормально. Вот такая вот ситуация. Такой вот кратенький обзор, ребята. Сейчас пойду еще схожу к Андрею, гляну. Как опрыскиватель. Ну и будем заниматься дальше делами. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Хорошо там, где мы есть. Ребята, все получится. Старайтесь, не сдавайтесь. Все будет классно. Все, всем пока.